Всем привет, Макс Рис, смотрите, экран новый. Ну, я думаю, вы знаете, я не так много играю. Итак, видите, прям как все красиво. Также на аватарочке на YouTube-канале я тоже и поставил такой. Ну, может быть, прям без рамки. Но, в принципе, в игре и на YouTube-канале шикарно смотрится. Возможно, в будущем я изменю, но думаю, через промежуток времени долговато. Итак, как мы знаем, ну, сразу... Это будет тактика для новичков. Я думаю, новички появляются, а я им не рассказывал все. Вау, что это такое? Реально, я такое никогда не видел в жизни. Обнова вышла. Обнова, подсказочка такая вот вышла. Ну, окей, ах, тут, тут намет какой-то. Возвращайся на базу. Ну-ка. О, на базу, отлично. Так, маленький. Окей, в принципе. Блин, разработчики стараются, а я тут сижу, это же... Разработчик никакой. Скоро буду. Так что ждите, тоже будет игра тупая. Тут вижу, стараются, а я не, да? Так, отлично, видите. В чем дело там? Он что, просто не хватает чего-то, блин? Ой, перебор. Нормально. Так, ну тогда нужно, знаете, что делать? Качать. Ну, давай. Ха, прокачал. Так, вот сейчас. Давайте бой какой-то. Сейчас что мне они вернулись. И посмотрим, пока я занят немножко так. Ну, блин. Посмотрите, ну вот они разрешают. Вернусь там. Так. А, блин, даже нельзя приблизить. Реально, зачем так делать? Они нас бьют, мы уходим, вот понимаю, зачем так делать? Ладно. Ты чувствуешь, что это голова чья-то была? Этого гиганта, нормально. Так, ладно, сражайтесь. Офигенно, если честно, битва. Оцените аватарочку. Также скажите мне, можно на этом канале на английском снимать английские ролики? Ну, в принципе, можно. Или канал у меня есть отдельный, на англоязычный, так вот, чтобы потренировать английский язык. Так, можно сражайтесь. Ну ладно, что так все. Ладно. Итак, битва ваша побеждена, вы, блин, стоите. Вот почему, разработчики? Я в шоке. Нажал от меня. Они раньше на автомате, а теперь как-то. Ручную давай. Ручную. Ой, блин, давай железо, а то. Нас хватает железа, еще могу дать пар железки. Эх, крепкое железо, кто заказывал? Вообще-то гайд. В том, что нужно прокачивать, как я сейчас. Что я делаю, чтобы прокачивать? Я просто уже полгода играю. Ну, начиная с июня, уже 2021, значит, полгода. Июнь. А, я не знаю. Подождите, сейчас покажу вам экранчик. Когда вообще я начал? Вот понятно, будет тогда, ну, минимум 5 месяцев. Да. Раньше было 4, я буду 5. Буду считать потихонечку. Да, почему бы нет. О, вперед нажимаем. Вперед. Нет, нужно битву. Награду. Вот. Уже открывается нам Google Chrome. Я вам, конечно, уже покажу. Давай, открывайся. Ага. О, награды. Победи чего-то ебто. Или кому-то пожертвуем, чтобы помощь нам. Заберем. На YouTube канал покажу, что да, я правда изменил тарочку и пропер нашего спонсора, потому что он реально спас YouTube канал. Этот канал бы не рос. Никак. Итак. Так, давайте прямо сейчас.
Давайте подпишитесь на канал Макс Риск, на русском можно найти его и также на английском. Вот аватарочка ролика, пожалуйста, а теперь к моему каналу, вот он, новая аватарочка. Как знаете, как и вот это вот на превьюшке аватарка, видите? Да, рамка есть, могу изменить рамку с учетом. Поэтому отпишите, какая вам рамка более-менее кайфова. Итак, вот значит, один месяц, вот этот, скачалось этого, 84, 5 месяцев, 6 шейков, ладно. Он считал вот так как-то. Да, вот. Ну, 5 месяцев, покажи какого числа, лайкос поставлю, там, что-то не поставил. Вот, значит, да, четко, здесь, да, все там, к концу. А это 6, 7, 9, 0, 9. Сейчас он потравим, получается, 3, 4, 5. Ну, уже начинается, видите, цикл. Последний. А, нет. В общем, понятно. А, скоро будет полгода. Ну, можно считать, что уже полгода. А какой у вас результат? Я понял, кто-то снимал тоже. Age Waves. А уже не снимает. Русский. Раньше не писал. Тоже. Какую фракцию выбрать, и все просто улица. Я ему ответил, играя Арика. Больше не буду отвечать, буду кидать ролик. Чтобы он не расстраивался. А то так про нас забуду, я тем более аккаунт его потерял. Как ты пиши, возвращайся в Эджи Вейпс. Чтобы игрок возвращался в Эджи Вейпс, кидывай ролик. А не говори ему, что нужно делать. Он скажет, а, это так легко. Да нет, это очень тяжелая игра. И как раз подходит. Стоп, а там будет была уточка. То есть приближаешь. Ладно. До встречи. Так, я тоже пока. Да. Так, ох ты, раньше, знаете что? Раньше было просто диски, а теперь новая обнова. Теперь стало еще хуже. Ну, для новичков. А для меня нормально. Я и так показываю, что было в прошлом. И будущее. В общем, понятно. А чем раньше начинаете играть в Waves, тем вы крутые. Что это такое? Все, я не хочу. Там статистика. На канале уже лучше 30 статистику, как помню. А, уже все. Ладно. Ну, вроде бы прикольно сегодня. Короткий ролик, да, не нужен. Куда уже, что поиграем? Давай еще будем. О, 23 лава. Если победим, то я еще иду. Победить сложно, пишет он. Чего? Ничего не слышу. Победить изи. Давай. Раньше можно было так сделать поближе, а теперь нет. Тем более, ну, новые скины тоже неплохие. Медленно были, быстрее раньше. Потом сразу отняли их. Была куча чего обнова, так что есть что вспомнить на этом канале. Ну ладно. Куда хотят разработчиков, тут туда идут. Ну я бы, конечно, хотел оставить ее всем. Создать дубль 2 Edge Vapes. Тю, Edge Vapes тю, бан тю. Этого. Было бы прикольно. Там была бы вся обнова, но первая Edge Vapes была бы старая обнова. Если вы так согласны, пиши тоже плюсик в чат. Я сделал такую игру. Ну, не похожий на стрипы, да. Ну, такую себе, похожий. В общем, сделал тут мобильную руку. Ну, не такую мощную. Там целая корпорация, рокетит. У них там компания, да? В общем, вы знаете, что тут есть их YouTube-канал, Edgewaves, официальный. И там разработчик уже. Так, я видел разработчика в лицо, не карга, не все черные, реально обезьяны. Это реально похоже на обезьяны, нереально черные. Не, ну кожа нет. Ну офигенно будет. Значит, так как их найти легко? Заходите здесь табличка. Кубки или шо куда? О! Слушайте, ура! Я это ждал. Раньше такого не было. Теперь разработчики добавили. А я ему писал, дайте мне такое с Эриком. У меня было раньше 5 персонажей на превьюшке, Эрик 4. Отлично. Я их как раз поставлю сейчас. Чтоб не забылся. А то забудусь. Ну и все, отлично.
Да, я уже слышу, что вы уже вернулись, но наша цель сейчас это сфоткать. Я думаю, видите, как я фоткаю или нет. Так, все, отлично. Что еще? Угу. Ну, классно, да. Так, давай покажу. Informations. А, значит, YouTube. Kank Ledge Waves. YouTube. Subscribe изучение. Подпишись. Subscribe to YouTube. Ну, что же новое на YouTube? В общем, что-то не там новое мультик, как я понял. Только новое, только новое. А Discord что, пропал? Я не понимаю, что это такое YouTube? Потому что там новый проснул. Я помню. Ладно. Я тоже на YouTube привет. Так, окей, врабускаем. Вот он. Канал. Ага. 10к, блин. Я тоже на канале 10к. У них больше подписчиков. Личного ролика 2 дня. 4 недели. Два дня, вообще, ага, две недели. Не помню, а это кто? Подождите, а как там ролик зайти? Не понимаю, а может там зайти обратно через... Google. Можно? Тоже. У меня то чувство, что меня бросили. Вставай, вот так же чувствуешь. Значит, главный профиль. Угу. Все видео, Waves, Flames, Guild Days. Это вроде бы какой-то канал. Ой, no. Да, блин. А его добавили, меня нет. Ладно. Вообще, это тоже какой-то канал. Ну, вот, у него даже больше подписчиков, чем у другого. Его вообще-то добавили. Как думаете, я тебе им нужен? Давайте еще раз докажем. А ты где нам? Ой, я хотел угол. Ладно, ну прикольно, конечно, игра мне нравится. Ладно, на этом канале будем что-то другое снимать. Это как-то реально. Играю в обидную игру, которую мне еще разработчики. Вам тебе наказали. Как сделать? Почему мне много накалывают? Честно, что я им такое сделал? Блин, я потерялся. Что это такое? Сайт. Грустно как. Ладно, на этом канале хочу выпускать мои игры. Хоть как-то создать игры. Потом показывать топовые игры. Чтобы он был все классно. Бритваджи можно поиграть. Вейпс, конечно, я говорю, самый лучший герой. Ну, все меняется. Все меняется. Вот, значит. HBF offline, game and obno dead days. Так это ваш канал. Вон он. У вас все ролики, да, блин? Нет, что-то еще вроде бы. Ну, не знаю. В общем, ладно. Оставайтесь, это такое чувство. Чувство боли. Тебя бросим. Тогда я в ТикТок. Пока. Ну не, давайте в лайк, потому что в итоге там уже дети нет. Это хорошо, зато нет конкуренции, то. Он больше лайка на детей ставит. Меня вообще бросает. Ну, let's go, что дети. Странно, у нас как-то больше игроков. Ну, вообще как-то так. Так, мы сражаемся. Блин, что делать? А, ну, канал есть, значит, снимаешь. Главное, будет, что ты сам вам. Понимаешь, что падает. Мои игры. Вот так. Так, вижу, что конкуренты реально сильные. Мы как-то проигрываем. Тогда я сейчас играю в HBS, да, и здесь сразу думаю про это. Где? Я Джайн. Антонин. Подкрепление тут, ждите. Тут шант. Да есть шант. Не жалко маны. Вот, красава, давайте, вам помощь тут. Давай. Давай.
Что такое, блин? По 102, вот. 600. Блин, давай. Геодриан. 203, о. Давай. Закрывайте их, блин. Что такое? Шанс. Там просто тратим. Наверное, не так много тратили. Это как этот чувак будет, да? Другие игры снимать. У меня есть английский канал. Я там хотел бы снять английский. Ну все, значит, на джуэк на английском канал. Окей. Ну. Блин. Так, он 26-й. Вот, блин, что ж делать? Пацаны, девчонки, что делать? Пишитесь. Блин, а я ж не прокачиваю. Сразу рвусь в бой. Так я ж их поубиваю, блин, обезьян. У нас как Украина, минус население. А, блин. В общем, ладно. Сейчас. Узнаем, как дела. Ноль? Вы чё, прикал? Реально? Это реально. Да не, я не знаю, как они отступают. Отпиши в комментариях. Может быть, этот канал уже не нужен? Или по-своему мне это сделать? Вот так, значит, слушайте. Ричвипс, Бритваджи, там еще одна вроде бы игра. Поздно. Как будет. И еще новый наш. Такие хорошие, добрые. Хай будет. У меня одна игра, конечно. Победа. Да. Так, возвращайтесь на базу. Ну да, минус население, но победа. Да, всем спасибо за просмотр. С вами Макс Риск. Всем удачи и пока.